Московские аптеки проверят на соблюдение новых правил продажи лекарств. Они вступили в силу с 1 марта, то есть с вчерашнего дня. Согласно новым нормам, сотрудники аптек теперь в обязательном порядке должны сообщать клиентам об аналогах препаратов, которые зачастую стоят дешевле. Кроме того, теперь торговые точки должны быть оснащены специальными системами для обнаружения контрафакта, а также сидячими местами для консультации покупателей. Кроме того, теперь сами аптеки должны располагаться в помещениях, изолированных от других организаций.